Промышленные предприятия Минской области увеличивают экспортные направления. Компании сегмента среднего бизнеса из Молодечно делают акцент на поставки в Евросоюз. Предприятие производит более 150 видов металлических шкафов, сейфов и стеллажей. Их экспортируют в Финляндию, Польшу, Чехию, Прибалтику. Свои коммерческие приоритеты и у одной из ведущих парфюмерных компаний Беларуси, чье производство также находится в Молодечно. Мы ранее уже работали с Прибалтикой, продолжаем сотрудничать с ними, но планируем двигаться на балканские рынки, двигаться в территорию Польши и глубже в Европу. Что касается нашего производства, мы разрабатываем новые парфюмерные линии очень активно. В прошлом году у нас было много интересных новинок, которые сейчас уже есть на белорусских полках в ритейле. И, кстати, по словам молодечнинских парфюмеров, этой весной в тренде будут ароматы с ярко выраженными цветочными аккордами.